Всем привет! Продолжаем серию съемочек. Это маленькие апгрейды салона автомобиля. Света обновления, так скажем. Вот как вот я начал видео с этой съемочки, да, вот с этого кадра. Вот так у меня светодиодики сейчас светят, но реально они мне не понравились. Ну, первое, то, что в некоторых случаях вот не горит, да, иногда замыкает, что-то происходит. Вот я заказал другие светодиоды. Вроде как они должны быть лучше, более яркие, не отдавая в синеву. Сейчас скроем, посмотрим. Так, вот так у нас все упаковано здесь. Тут есть бумажка, ну типа, даже на наклеечке. Есть наклеечки. Видимо, продавец как-то подарок кладет. Сейчас достанем. Упакованы они не в коробку, как, ну, конечно, хотелось бы, чтобы это было упаковано, а в такую вот мягкую ткань. Ох ты! Да, конечно, продавцу прям огромный минус за вот такую упаковку. Прям вообще жесть. Ну, то есть, вот, они никак не упакованы ни во что, вот просто вывалилось все. Вот. Они там лежат. Сейчас посмотрим, сколько их тут вообще должно быть на всю машину. Вот, раз, два, попадайте, три, все, не все, раз, два, то есть два вперед, один по центру, опа-на, два в зеркала, да? А, ну да, вот все, все правильно, в багажник я вроде как оставил, что получается, или нет? Или я забыл. Так. Почему 6? Так, давайте считать вместе. Раз, два, три, четыре. А, телефон упал. Простите, ребят, 3, 4, 5. А, ну да, и багажник 6. Вот, все 6. Вот такие вот светодиодики. Вот. Тоже 31 миллиметр. Надеюсь, что они войдут. Радиатор у них. О, фокус потерялся. Радиатор у них присутствует. Вот, сейчас попробую поближе, вот такие вот платы тут, то есть сейчас попробуем поставить одну хотя бы и посмотрим, как одна хотя бы светит, сравним ее просто по яркости днем. Для тех, кто забыл, то светодиод выглядел вот так вот старый. Ох, еще и светится все равно, да? Так вот отключим его. Вот, вот такой вот светодиодик, разница... Вот, я вам сейчас покажу вот разницу между ними. Здесь их много, тут он один. И должно, по идее, быть ярче, когда он один. Вот, сейчас попробуем, поставим, убедимся в этом. Надеюсь, он вообще влезет сюда. У меня такое ощущение, что он еще и больше даже, чем этот был. Давайте сейчас вставим и посмотрим. Я его сейчас попробовал, включил, я немножко ослеп. Просто вот без защиты, да, вот он, вот этот вот, и как светит эта лампочка. То есть, вообще просто, я сейчас поставлю защиту, значит, прям очень ярко. Так, ребят, сейчас я их включу, да, и увидите разницу между двух ламп, и посмотрим. Также потом установлю весь салон, и, соответственно, ночью тоже засниму, как все светится. Я думаю, даже за машиной через тренировку покажу, как все светится. Ну, не надо не дать никаких объяснений, какие лампочки победили в этом случае. Ребят, я их 100% рекомендую. Единственное, даже он фокус не может нормально работать вот так вот. Вот. Видите разницу, да, одна все-таки желтая, другая дает голубым. Вот еще белый, да, свет слева и голубой справа. И белый более приятный, он более ярче, поэтому сделаем везде полностью и... В салоне вот там вот заменим лампочку в багажнике, чтобы все было красиво, по красоте, и ночью также засниму. Ну вот, ребят, как я и говорил, ночь, да, на улице темно, и вот через тренировочку, как видно, все, что находится в салоне, при включенном свете, и свет на самом деле очень приятный, очень прям, он классный, все светит, никакой синевы, а... Такой он не холодный и не теплый, он что-то среднее, да, такое. Еще дополнительно вот эти вот включить лампочки.
посмотреть, тут еще ярче становится, то есть тут вообще по полной программе все. И вот багажник заодно сейчас покажу, как светит. В багажнике теперь, в багажном отсеке. Ну, вот. Вот так будет лучше видно, понимаю разницу. То есть совсем другой свет, совсем все по-другому, лучше все видно. И вот наш салон. Поэтому, честно сказать, я вот эти лампочки я 100% рекомендую. Ссылочки на них будут в описании. Ставьте лайки, вопросы. Всем пока-пока. Чуть было не забыл. Помните, да, когда закрывали двери, выключали все? То есть, вот была такая, да, свечение было, да? Вот сейчас мы все закрываем. Помимо того, что они плавно тухнут, и никакого свечения уже нету. Еще раз рекомендую эти лампы. Классные.